второй год Смоленская АЭС и администрация Десногорска проводят экологическую акцию. Совет руководителей города поддержал инициативу, выделив технику для уборки территории. В этом году очищалась от сухих веток, поломанных деревьев и мусора парковая зона между первым и вторым микрорайонами. 10 единиц техники – это погрузчики и самосвалы – были задействованы в работе. В субботнике участвуют организации, градообразующие организации, атомная станция, Атомтранс, ЭЦМ, ЭЛС, МУП, ККП. Не кем-то там строить. Сами участники субботника считают, что все это на благо города и его жителей. На сегодняшний день мы занимаемся очисткой парковой зоны. От повалов, от веток, от бревен, от мусора. Я доволен, что тем более живу я вот напротив. Парковая зона, я считаю, это моя. Мне я хожу, гуляю, в гости хожу. Мне нравится убирать город. Будет чище, краше, город маленький. Все требует внимания. Как видите, тут все запущено. Вот, будем стараться. У десногорцев акция вызвала живой отклик. Они также уверены в том, что принимать участие в наведении порядка в родном городе необходимо всем. Обязательно, конечно. Очень приятно ходить по чистому лесу. Я гуляю постоянно, несколько раз в день там. Мне очень нравится. Еще постригут сейчас, вот все. Будет совсем хорошо. Это обязательно и нужно. И чтобы это все береглось, все сохранялось. Это очень нужно. Подобные акции по уборке города стали уже доброй традицией. Надеемся, что жители сохранят и будут поддерживать чистоту и порядок в Десногорске.